Всем привет! Меня зовут Наташа, я из города Красноярска. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую замечательную маску. Детскую маску для ребенка, чтобы ребенок захотел эту самую маску носить и не снимать. Ее легко постирать. В нее я буду вот такую вещь вкладывать, вклеивать, да, ежедневочку. Материал у нее точно такой же, как и на обычной маске медицинской. Тоже не тканный материал, то есть он ничего не будет пропускать. Того, чего пропускать не должен. Маска забавная, дети захотят ее носить однозначно. Вяжется очень быстро, очень просто, все как всегда. Ну, буквально час. Час, и у вас замечательная, прекрасная масочка для ребенка. Для работы нам потребуется пряжа, натуральный хлопок, это у меня мягкий хлопок камтековский, ну, такая толщина средняя. Хлопок хорош тем, что кожа в нем дышит, что не царапает, не чешется, ничего, очень комфортно коже, самое то для масочки. Крючок, так, 2,5 у меня подошел мне. Ножнички. Так, это все, что нужно на саму маску. Для оформления немножечко у меня пряжи разных цветов. Еще не знаю, какой буду использовать цвет. Это Alize Baby Softy. Вся такая размотанная. Немножечко клея. И вот такие вот у меня есть пуговочки на глазки, на носик. Можно использовать обычные черные пуговочки, например, носик можно вышить, если нет у вас в наличии. Но все это продается в магазине, где продается все для творчества. Внутрь я вложу вот такую штуку, всем нам известную, да? Итак, набираем 40 воздушных петель. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 петелек набрали. И теперь третью от крючка петлю, вот одну пропускаем и в следующую провязываем столбик без накида. И еще так, раз, два, третий получился. Четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. 8 столбиков без накида, да? Первый это у нас как петля подъема прошла, тоже считается за столбик. Дальше вяжем полустолбиками, делаем накид и вот видите, на крючке 3 петли, вытянули мы петельку, закрываем их все вместе, снова накид, в следующую петельку вводим крючок и закрываем их все вместе, накид, в следующую петельку мы вводим крючок и закрываем все вместе. Таких полустолбиков нам нужно связать 23 штуки. Связали. И дальше последние 8 петелек мы вяжем столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
Все, сделали одну петлю подъема, развернули работу и в обратном порядке вяжем 8 столбиков без накида. Одна у нас уже петлей подъема связана, один столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, 8 провязали. Дальше вяжем следующим образом. Делаем накид. Вот смотрите, за заднюю полупетлю мы крепимся не за петельку, как обычно, да, вот сюда, а так, сейчас я свет сделаю получше. Вот видите, косичка верхняя идет вот за эту полупетельку мы крепимся, чтобы у нас получалась резинка, и вяжем полустолбик, накид, снова за заднюю полупетлю и вяжем полустолбик, накид, за заднюю полупетлю, полустолбик. Вяжем мы их 23 штуки, ничего не меняется. Полустолбика 23 штуки. Последние 8 петель провязываем столбиками без накида. Довязали. Воздушную петлю подъема поворачиваем работу, вяжем в обратном порядке 8 петелек, столбики без накида. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И все то же самое повторяем. Накид, за заднюю полупетлю вяжем полустолбик, снова за заднюю петлю полустолбик, полустолбик. Так, мы вяжем 23 полустолбика. Последние 8 петель мы вяжем столбиками без накидов. Так, сейчас я вам покажу, как красиво закрывать ряды, чтобы был красивый край. Тогда уже довяжу с вами этот ряд еще. И дальше всю маску вы свяжете сами. Там ничего сложного больше нет. За счет полустолбиков у нас будет расширение происходить. А за счет того, что мы крепимся к полупетле, это будет как резинка. То есть эластично, да, на лицо будет ложиться очень комфортно. Так. Пряжа такая цеплючая у меня, ну, жестковато немножко. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, еще, значит, один полустолбик и 8 петелек, столбики без накида. Кошка мне пришла любопытная. Так, вот смотрите, почти довязали, чтобы получился красивый край. Видите, вот эту поперечную петельку. Под нее загоняем крючок, вытягиваем петлю и провязываем столбик без накида. Тогда край будет ровный, вот этот красивый. Сюда, когда доходим до конца, делаем то же самое, вот в эту поперечную петельку. Так, теперь тем же самым макаром мы с вами вяжем 16 рядов. Всего должно получиться, простите, 16 рядов. Вот у меня уже связанная масочка. Это на детскую мордашку, конечно. Если на взрослого человека захотите связать такую, то немножечко, ну, и подлиннее надо, и немножечко побольше количество рядов провязывайте. Довязали мы нашу маску. И теперь
смотрите, ниточку не обрезаем, а сразу будем вязать тесемочки, которые за ушки у нас будут заправляться, да. 40 воздушных петель я буду вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Количество петель вы определяете сами. 40 нужно мне, вам, возможно, у вас может поменьше головка или побольше у ребенка. Вяжите меньше или больше этих петелек. Дальше что мы делаем? Сразу же крепимся вот к противоположному краю. Туда, куда и должна крепиться лямочка. И вяжем столбик без накида. И дальше мы делаем обвязку. То есть в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. Для того, чтобы нам так закрепить масочку. Ну-ка, тихо там, не ругайтесь, ушки. И ну, безотрывное было вязание, как можно меньше было узелков. Вот так мы вяжем в каждый столбик предыдущего ряда по столбику. И довязываем вот до этого угла. Все, довязали до противоположного края. И снова вяжем 40 воздушных петель. Ну или какое количество там вам подходит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Все, и крепимся вот к этому уголку. Тут и так все понятно, да? Так. Ну, давай, выскакивай. Закрепились. И вяжем столбиками без накида. Теперь уже с другой стороны. Вяжем вот до сих пор. Здесь обрезаем ниточку, прячем узелки. Все, масочка наша готова. Теперь осталось ее оформить. Я вязала из такой пушистой пряжи, да, из Ализе Софти, мордочку медвежонку. Но поскольку на ней не видно петель, когда вяжешь, их только чувствовать можно пальцами, я свяжу из обычной вот тоже гладкой пряжи, из этой же самой, просто чтобы вам показать, как связать вот этот вот кружочек. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в первую от начала вязания петельку сразу же провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первую от начала петельку, вот в эту вот, мы провязываем 2 столбика без накида. В этом месте я обычно выдергиваю задний хвостик, чтобы мне знать, где мне начало и конец ряда.
каждую следующую петельку предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика без накида. Вяжем вот так до конца ряда. А это Дикошенька, отойди, не мешай. До хвостика. Довязали до хвостика, до конца ряда. Следующий ряд вяжем так. 2 воздушных, ой, господи, 2 столбика без накида. Следующая петелька, 1 столбик без накида. В следующую 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую 1 столбик без накида. Так мы чередуем 2-1, 2-1 до конца ряда. Довязали ряд. Следующий ряд вяжем так. 2 столбика без накида. В следующую петельку 1 столбик без накида. В следующую 1 столбик без накида. В следующую 2 столбика без накида в одну петлю. Следующий 1 столбик, 1 столбик и в третью 2 столбика без накида в одну петельку. Так мы чередуем 2-2 до конца ряда. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида в одну петельку. В следующую петлю 1 столбик без накида. В следующую 1 столбик без накида, в третью 1 столбик без накида и в четвертую 2 столбика без накида в одну петельку. Снова 3 столбика одиночных вяжем. 1, 1, 1 и в четвертую петлю двойной. Так мы вяжем до конца ряда. Вы, наверное, уже поняли, как вязать круг. То есть в каждом ряду мы прибавляем по одному одиночному столбику без накида. В следующем ряду будет 4 одиночных столбика, в пятую и шестую петлю двойной и так далее. Вяжите диаметром таким, каким вот вам захочется. У меня вот примерно так выглядит на маске будет. Ну, я не знаю, сколько, сейчас посмотрю, сколько сантиметров здесь диаметр. Ну, где-то 5,5, да? 5,5 примерно. 5,5-6 сантиметров вяжите круг. Прибавляйте в каждом ряду по одиночному столбику и вяжите нужного вам диаметра этот круг. Все, нам осталось связать ушки. Ушко — это все то же самое, что мы с вами сейчас вязали мордочку. Только останавливаемся мы на том месте, где у нас промежуток в одну одиночную петельку. То есть 1 столбик без накида, 2 столбика без накида. На этом ряду мы останавливаемся. И я сделаю обвязку вот такой пряжи. Так, сейчас я вот это дело отрежу. Сделаю обвязочку просто по кругу. Какой-то, ну-ка, просто по кругу обвяжу 2 столбика одиночных в третью петельку двойной, как бы продолжаю вязать круг. 1 столбик без накида, 1 столбик без накида и в третью петельку двойной столбик без накида. Так я буду вязать по кругу один ряд. Таких ушка нам потребуется 2 штуки. Сейчас уберу все хвостики и начну собирать своего медвежонка. Как я его буду собирать? Тут не знаю, сейчас еще посмотрю. Во-первых, положу носик вот сюда. Глазки. Глазки пришью. Где второй-то у меня глазка? Вот он. Ну, как-то, наверное, вот так. Сейчас покажу сверху. Как-то так. Сейчас я сделаю и покажу готовую маску.
Все, масочка моя готова. Такая у нас забавная получилась, смешнючая. На ребенка уже померила. Ребенок снимать ее не желает больше, даже дома. На улицу буду, конечно, сюда ежедневку вставлять или приклеивать, или, возможно, марлевую повязочку буду подшивать. В общем, я не знаю пока еще, что я тут буду делать. Ну, скорее всего, ежедневку. Это проще всего и удобнее всего. Материал на ней точно такой же, как на обычной маске медицинской. Ну, только с той разницей, что маску-то не найти в аптеках сейчас, а этого добра полно. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Желаю вам всем быть здоровыми, желаю здоровья вашей семье, вашим близким. Пока-пока!